Чебоксарах завершается подготовка к отопительному сезону. К подаче тепла готовы все 119 котельных. В плановом порядке отремонтированы котлы. Особое внимание уделяется подготовке жилого фонда. Промыто и опрессовано 1805 домов из 1830, то есть 99% от плана. Осталось 25 многоквартирных домов, где проводится капитальный ремонт системы отопления. По прогнозам синоптиков, погодные условия, при которых должна начаться подача тепла, наступит к концу сентября. Потребителей планомерно подключат в течение 5-7 дней. Первым тепло придет в больницы, детские сады и школы.